будут гремить грозы. И тоже понижение температуры. Если в субботу в регионе еще 22-27, то в воскресенье уже не выше плюс 20-25 градусов. Ну, а на запад Сибири грозовой фронт доберется лишь к воскресенью и принесет с собой понижение температуры до 22-27. А вот центральные и южные районы будут находиться под влиянием усиливающейся антициклона. Он обеспечит достаточно холодные ночи с температурой плюс 3-8 градусов. А вот дневные часы воздух будет прогреваться, и к воскресенью уже потеплеет до 21-26. Нечем порадовать жителей юга Дальнего Востока. Сюда из Китая движется очередной циклон. Он обладает большими запасами влаги и обрушит сильные дожди на берега Амура. На территории Амурской области, в Хабаровском крае, из-за сильных дождей не выше плюс 21-26 градусов. Не обойдется без дождей и в Приморье, особенно сильными они будут в субботу. А вот в воскресенье дожди начнут прекращаться, и температуры станут повышаться до 23-28. Спасибо, Лена. То есть мы рано достали пластинку, вот и лето прошло, словно и не бывало. Лето не прошло, но ночи, ты видишь, какие уже холодные. Надо ловить последние теплые.